Дальше. Работы по административной комиссии в рамках незаконной рекламы, помните, да, со стороны Кирова, здесь у нас какая работа проведена? Сколько приглашено на рассмотрение административной комиссии кто владельца незаконной рекламы? Так, у нас реклама законная, незаконная, еще раз говорю, там ставил задачу на той неделе, когда мы увидели на участке с Кирова 4 и дальше, на порох освещения и так далее, что либо мы убираем рекламу сами, либо, значит, даем возможность предпринимателям их самостоятельно убрать, если нет, мы приглашаем на административную комиссию. Какая работа проведена? И с одной стороны, и с другой, там, ляпистость рекламы. Что? Та, которая на гараже была, сняли в тот же день, что касается торговых объектов, противоположной стороне от первой четыре. Но здание очистил, будет его красить. Рядом здание стоит, требования выданы. Если нет исполнения, то еще есть. Если вы, насколько я помню, должны его очистить. Вы сказали, пригласили четверых на административную комиссию. Я... Кто? Что? Кто рассматривал? Четырех человек на административную комиссию. Давайте приедем подробнее. Мне информация пришла, что административная комиссия была. Вот результат какой рассмотрение? И к вечеру мы пока пойдем, а сейчас долго будем ходить. Нужна информация к концу нашего штаба.